Да, ну могу испортить, ничего страшного. То есть один раз получилось, и еще раз получится, ничего страшного. Вот, потому что когда сбиваешь, то ты уже не привязан к тому, что сделано. И опять же, можешь продолжать работу, ты сам себя не тормозишь. Вот это очень важно, чтобы не тормозить процесс в себе, чтобы не начинать беречь то, что тебе кажется, что у тебя получилось. Это иногда бывает иллюзорно и только мешает.